Сейчас мы находимся в торговом центре «Уросамолл». Здесь проводится бесплатная акция, и все жители города Якутска и жители, даже гости с районов, могут здесь бесплатно пройти такие процедуры, как ЭКГ, прием врача-терапевта, а также общий анализ крови, биохимический анализ крови и Д-димер. Это тот анализ, который выявляет сгустки крови. Ну вот, к сожалению, у нас жители, сами посетители, нас немного смущаются, не хотят давать комментарии, но я вижу, что здесь есть представитель второй поликлиники. Давайте немножко пообщаемся, узнаем, как все организовано, до скольки будет проходить акция, и, возможно, узнаем о том, какие еще будут акции на протяжении недели в рамках здоровья. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Нигнюрова Анна Алексеевна, заведующая по организационно-методической работе. Ну вот, как мы видим, да, все-таки жители очень активно приходят, обращаются. Расскажите немножко об акции, да, вот, ну то есть до скольки могут жители сегодня сюда прийти, да, какие специалисты, может, я кого-то упустила, я назвала только терапевта, принимаю. Да, да, абсолютно верно, сегодня принимает только терапевт, и, конечно же, она направляет на анализы. Это анализ у нас, как вы сказали, это общий анализ крови, Д-димер, онкомаркеры, и еще у нас идет инструментальный анализ, это электрокардиография. Ну и, конечно же, очень интересно, допустим, вот сегодня посетители сдадут анализ, да, когда и как они могут получить рекомендации и результаты этих анализов? Анализы будут уже на следующей неделе, они могут взять у нас в больнице, в поликлинике номер 2 на Кузьмина 3, И, конечно, если будет патология какая-нибудь по анализам, обязательно они зайдут к нашему терапевту и возьмут заключение и рекомендации. Скажите, возможно, у вас в рамках такой недели здоровья, возможно, еще проходят у нас по точкам в городе какие-то акции? Можете рассказать? Да. Сейчас у нас идет неделя здоровья, в честь Дня здоровья. Сегодня, кстати, День здоровья, 7 апреля, и идет неделя здоровья. И как 5, 6 и 7 апреля в торговых рядах Кружала идет выставка «Медэкспо. Здоровье и красота», где наш флюоромобиль тоже приняли участие мы 2 дня. И за 2 дня у нас жители и гости города Якутска прошли флюорографическое обследование. И маммографию, да? Маммографию не проходили, потому что у нас работает флюоромобиль. И больше 60 человек у нас прошли, обследовались. Да, неплохие результаты, тем более в центре, да, в Кружале. Да, конечно, не любой горожанин может подойти к свою поликлинику, потому что и времени нету, скажем, запись, да. Да, и запись. Поэтому еще... Профилактика, месячник по туберкулезу сейчас еще идет до 24 апреля. И призываю всех жителей пройти флюорографическое обследование. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну, а так как эта акция уже у нас почти подходит к концу, ну, то есть в час уже она закончится, я хочу сказать, чтобы вы, горожане, не отчаивались, потому что завтра также будет очень такая акция в день открытых дверей в первой поликлинике. Ну, а как мы знаем, первая поликлиника находится на Кирова, 19, прямо в центре. С 9 часов утра до 2 часов дня будут смотреть узкие специалисты, также будут различные анализы, онкомаркеры. И подходите, воспользуйтесь. Пользуйтесь, проходите врачей. Акция будет проходить на 4-м этаже. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Подробнее о других акциях мы расскажем уже в вечерних эфирах.